Он ветер проводом дробь пробивает музыкально. Вот вышка. Вот 50 метров клуб. 100 метров дом первый. Школа. Вот такая картина здесь. Здесь на задворках куча мусора. А может, уберут потом. Брошена эта пушка. Железные двери. Там вывод был на втором этаже, транчик стоял. Вот сейчас две новые, одна, видать, вышку обслуживает, вон та последняя, это деревня, ветер какой. И вот здесь вот такая картина. Вот видим, какие металлисты. Смотрите, даже лень отпилить было. Полоска вот такая в хозяйстве пригодится. На, местные металлисты. Я уже обратил внимание, по бане посмотрел. Ленивая. Вот висит полоска. И вот на второй этаж. Там видно, что металла море. Забраться только с лестницы. Ну да, вот такой шиллер тут плиты держит. Но там вон видно, что в этой яме вон каркас от трансформатора. Это, возможно, бак что ли остался. А не видно отсюда. С фонариком надо светить. Ну, что-то там конструкция. Металла много. Упущение. Должно все уже быть сдано в переплавку. Ну вот. Такая картина. Вот. Школа. Сейчас обойдем ее, посмотрим. Вот так тут выглядит. Неухоженно. Вот остатки. Скамейки, видать, были. А. Ну. Вот, сейчас только снимал он, что там не обрезали. Как видим, вот здесь тоже так побросали металл. Странно. Я тут был. Вот. Брошенные. Опоры. Ну, еще не приперло. Вот пасынок. Опоры кусок цельный. Смотрите, какая начинка у нее. Мне там один товарищ говорил. Говорит, друг был, он с кувалдой. Все пасынки поперебил. Вот бетон, видать, легко от них отбивается. Оббивает и металл собирает, сдает. Но здесь же не. Ну вот. Сейчас пойдем за школу, обойдем, посмотрим. Вот. Лежит металлолом. Удивительно.